Всем привет! Вы на канале Drops Easy, и сегодня будем рассматривать такой проект, как Raven Dex. Raven Dex — это не кастодиальный DEX в экосистеме Cardano. Работает на блокчейне Ray. Создание децентрализованных протоколов на базе Cardano. Сразу хочу обратить внимание, что данный токен уже котируется на CoinMarketCap. 24-часовой объем составляет 294 тысячи долларов, почти 295 тысяч. Market cap уже составляет почти 3,5 миллиона долларов, что довольно-таки неплохо. Ну а теперь, еще торгуется на BitMart. А теперь о самой компании. Raven Dex — это некастодиальная децентрализованная биржа на блокчейне Cardano, которая позволит быстро и почти мгновенно передавать активы и ликвидность между собственными токенами Cardano и ADA, используя модель Cardano EUTXO, известную своими уникальными функциями, такими как возможность разделения общей ликвидности среди различных активов в экосистеме Cardano. Это также один из самых первых проектов в экосистеме Cardano, которая зародилась идея суперэкосистемы, основанная на CNT, CNFT. На сайте опубликовано видео, которое показывает, чем занимается, как это работает более подробно. Каждый может перейти и ознакомиться. Протокол обмена AMA и предоставляемые ликвидности разрабатывает протокол децентрализованного автоматизированного маркетмейкера, который позволит пользователям обмениваться и торговать собственными токенами Cardano без доверия. Помимо экосистемы Cardano, архитектура EUTXO предоставляет единственную в своем роде возможность обмена для объединения ликвидности. Здесь небольшая схема, как это именно работает. Каждый может ознакомиться. Также это ставки и геймификация NFT. Компания разрабатывает концепцию первой суперполезной экосистемы Cardano, основанной на Rave Token и Rave NFTC. Это прозрачная токеномика, тщательно разработанная для обеспечения децентрализации и незаменяемости. Также на данный момент компания разрабатывает свой собственный мост Cardano Token Bridge, который будет полезен для владельцев проектов, которые хотели бы перенести свои активы из блокчейна EVM в Cardano, чтобы использовать низкие комиссии за транзакции, всего за несколько кликов. О данной компании уже говорят такие прессы и пишут интервью, как CoinMarketCap, Investing.com и Yahoo Finance. На сайте опубликованы часто задаваемые вопросы, которые вам обязательно в первую очередь необходимо будет прочесть, чтобы ознакомиться, может, у вас они отпадут. И опубликованы все ссылки о ресурсах, GitHub, обзор о самом токене. И каждый должен прийти и более подробно ознакомиться самому с данной компанией, чем они занимаются, полную инфраструктуру. И после этого только делайте свои решения по инвестированию. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, обязательно отвечу. Всем спасибо за внимание. Всем пока.